С виду обычная игра в конструктор, но на самом деле здесь, в IT-кубе Лопатинской школы, проходит турнир по робототехнике. Он организован при участии молодой гвардии «Единой России». Суть турнира – это создание роботов, помощников, которых ребята заселят на свои планеты, дадут им название и расскажут, что они будут там делать, какую помощь они будут осуществлять людям. Тематика выбрана не случайно. Турнир приурочен ко дню космонавтики. В работе над созданием роботов ребята не сдерживали фантазию. А потому помощники человека на других планетах получились самые разные и с разнообразным функционалом. От уборки снега до лечения людей. Это всемогущий, да. И они на планете медицина. На планете медицина. Давайте найдем эту планету. Какая это будет планета? Ну, скорее ставим. Планета медицина. Какая? Выбирайте. Ой, извините, лучше планету. Давайте. На планету медицины тоже. IT-куб на базе Лопатинской школы был открыт в сентябре 2020 года в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда». Среди прочих дисциплин здесь преподают и робототехнику. Стоит отметить, что в турнире приняли участие уже опытные роботостроители. Курс занятий робототехники рассчитан на один год. Но данные ребята занимаются уже второй год. Они начали еще с первого класса, сейчас они во втором классе. Им это нравится, они захотели пройти курс снова. В этом турнире не было победителей и проигравших. Все ребята справились на отлично. Подобные состязания являются ценным дополнением образовательного процесса. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.